А вот это что за деньги? Не знаю. А? Не знаю. Нет, вот у вас только что на столе лежали. Вот под бумагой было. Вот ну, точку не да, обратите внимание. Я не знаю, не занимали деньги. Вы сказали, что все деньги вы вытащили. А, я свои вытащил. Так, директор, куда их? А это что за деньги? Не знаю. Ну это у вас на рабочем столе лежали. Ну, наверное. Вы же сами что говорите, что лежали бы. Так они сейчас лежат. Нет, ну, сейчас лежат. Секунду. Они откуда происхождение этих денег? Понятия не имею. Нет, то вот есть... сейчас в вашем кабинете обнаружены данные денежные средства. Да. Откуда они здесь взялись? Не знаю. Такой был. Но это ваш кабинет. Кто еще имел сюда возможность положить деньги тогда? Такой вопрос. Да любые могут прийти. Помещение, занимаемое фирмой ООО «Строительно-ремонтная компания», был задержан руководитель данной организации и его заместитель за вымогательство денежных средств в виде коммерческого подкупа в сумме 280 тысяч рублей у директора одной из казанских фирм. Денежные средства вымогались за беспрепятственное погашение задолженности ООО перед данной фирмой в рамках исполнения договорных обязательств при строительстве объекта «Универсиады» в городе Казани. Сумма задолженности контракта на строительство спортивного комплекса между организациями составила 15 миллионов 600 тысяч рублей. И руководство строительно-ремонтной компании вымогало 20% в качестве отката от суммы договора. Еще 12 июля этого года первая часть суммы в размере 800 тысяч рублей была передана руководству данной организации. По результатам оперативных мероприятий в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 4 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это коммерческий подкуп. В ходе проведения неотложных обысков по домашним адресам фигурантов были изъяты денежные средства, черновые записи суммы, полученных в планируемых незаконных вознаграждений от других коммерческих предприятий. Создана следственно-оперативная группа. Проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.